23 тысячи ярославских детей занимаются в спортивных школах и секциях. Власти города стремятся, чтобы их число становилось все больше. В минувшем году в Ярославле возведены новые спортплощадки. Возле детско-юношеского центра «Молния», в районе велодрома и на школьном проезде. В конце прошлого года приняли в муниципальную собственность дом культуры мостоотряда номер 6 на Тутаевском шоссе, Тутаевское шоссе, дом 62. Отдали это помещение в оперативное управление третьей спортивной школе, которая развивает все зимние виды спорта. Это лыжи, биатлон, коньки, шорт-трек, фристайл. И мы хотим на базе вот этого бывшего дома культуры создать центр зимних видов спорта. А всего в городе сейчас насчитывается 839 спортивных сооружений. База хорошая, хотя по некоторым позициям есть пробелы. Например, в городе не хватает бассейнов. Для исправления ситуации стремятся подключить к строительству спортивных объектов частных инвесторов. Такое строительство уже ведется в разных районах города. Несмотря на все финансовые сложности этого года, мы продолжили ремонтировать нашу спортивную базу, производить текущие капитальные ремонты спортивных сооружений. Это и замена кровли, замена полов в спортивных залах. Очень здорово нам помогли средства, выделяемые по программе энергосбережения. Мы смогли во многих спортивных комплексах заменить устаревшую электропроводку, заменили оконные блоки. Более 27% населения Ярославля сегодня регулярно занимается физкультурой и спортом. Ежегодно в сентябре проводят презентацию спортивных секций для детей и их родителей. Это позволяет найти вид спорта, что называется, по душе. На работу спортивных школ было выделено порядка 10 миллионов рублей на приобретение спортивного инвентаря и спортивной формы. Мы гордимся результатами наших пловцов, триатлонистов, легкоатлетов, велосипедистов, ну, представителей настольного тенниса. Во многих видах высокие достижения. Особо хочется отметить представителей нашего вида спорта, который мы стали недавно развивать, это фристайл. Сейчас, если я не ошибаюсь, 4 наших земляка входят в список кандидатов на участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. И я думаю, что двое из них вполне реально, что попадут на эти Олимпийские игры.